Привет, зайчики! С вами снова Карина и канал Розетка. У меня для вас хорошие новости. За время карантина наш канал очистился настолько, что в него вернулись телевизоры. Ну, на самом деле, обзоров телеков у нас давно не было из-за пересменки. Обычно как раз весной у всех брендов запускаются новые линейки, но глобальная пандемия внесла свои коррективы, и никто ничего не завозил. Но зато сейчас все вроде наладилось, и новый сезон телеков открывается долгожданным свежим OLED серии CX компании LG. Вот он, красавец! И если вам кажется, что OLED как-то помельчал, то вы не ошибаетесь. Мы специально выбрали будущий хит, модель с диагональю 48 дюймов, дебютировавшую в этом году. До этого доступны были лишь 55, 65 и 77 дюймов. Они, впрочем, оказались и в линейке этого года, поэтому все сказанное в обзоре справедливо и для них. Но именно 48-дюймовый CX, мне кажется, выглядит интереснее всего. А еще, мне кажется, я знаю, почему был сделан выбор в пользу буквенного написания десятки. Чтобы провести аналогию с той же консолью Xbox Series X, которая выйдет в этом году. И это еще один нюанс, который указывает, на что именно в этом году делают акцент LG. Ну, давайте посмотрим на дизайн. Разговор тут короткий, ничего не поменялось. Ну реально, поставьте рядом C9 или даже C8, я их не отличу. Правда, это все из разряда «работает, не трогай», ведь выглядит OLED все так же офигенно. Тончайшие рамки вокруг дисплея, панель толщиной пару миллиметров, аккуратный пластиковый короб со всей электроникой в нижней части корпуса и широченная устойчивая ножка. Пульт Magic Remote тоже как Keanu Reeves, с годами нисколько не меняется. Опять же, зачем менять самый удобный пульт ДУ на рынке, он и так идеален. В боковой нише слева три разъема HDMI и один USB. Еще один HDMI и два USB на задней панели. Там же оптика, LAN, антенные гнезда и прочие рудименты аналоговой эпохи. Все четыре разъема HDMI в версии 2.1, поэтому параметру LG остается самым щедрым брендом на рынке. У конкурентов полноценный HDMI 2.1 встречается в одной-двух топовых моделях, а остальные довольствуются лишь отдельными фишками стандарта, прикрученными к обычному HDMI 2.0B. И только LG уже второй год подряд ставит полноценный 2.1 во все свои OLED и в топовые nanocell дисплеи. По функциям там полный фарш. Предусмотренные стандартом eARC ALLM, VRR, 4K до 120 Гц на любом из четырех входов, плюс поддержка G-Sync и FreeSync. Большинство этих технологий заинтересуют именно геймеров всех категорий, как заядлых пекарей, так и консольщиков. Причем некоторые из них еще даже не реализованы в совместимом железе, а появятся в новых видеокартах и игровых приставках лишь к концу года. Хотя это и выглядит как «вот тебе HDMI 2.1 сейчас», но это на Новый год. Но тут LG молодцы. Телек-то вы покупаете на 5-10 лет, и такой запас на будущее лишним не будет. Ладно, включаем наш CX и пороемся в менюшках. Посмотрим, что нового. Ура, шрифты! Нет, серьезно, в боковом меню они новые, курсивом. Еще одно новшество, которое сразу бросается в глаза – панель вызова быстрых настроек теперь можно редактировать, добавлять новые пункты и менять их местами. В этом году в режимах изображения дебютировал долгожданный Filmmaker Mode. Голливудские творцы дожали наконец производителей. При выборе этого режима, а технически он может включаться автоматически по тегу в потоке данных, будет установлен самый что ни на есть трушный киновариант настроек со всеми отключенными улучшайзерами и уплавнялками. По идее, картинка будет максимально кинематографичной и приближенной к режиссерскому видению. Я двумя руками за, надоело каждый раз шариться по двум десяткам параметров меню. Для самых требовательных в CX доработали систему OLED Motion Pro. Раньше при включении этой функции яркость падала почти вдвое, так как дисплей вставлял черный экран практически через кадр. Такой фин сильно увеличивает динамическое разрешение и убирает смазывание, но яркостью приходилось
приходилось уж слишком жертвовать. В этом году у системы есть несколько степеней работы, и на минимальных и средних значениях яркость просаживается совсем чуть-чуть. Правда, чуть съедаются детали в тенях, но зато динамический контент в 60 кадров и выше выглядит намного четче. Для кого это будет полезным? Правильно, для спортивных трансляций и для геймеров. Правда, работает фишка только для внешних источников. Ну а вообще, показывает CX потрясающе, как и положено OLED. По сути, сама матрица практически не меняется уже который год, и кажется, в LG давно достигли пика развития технологии. Не буду жаловаться, потому что меня все устраивает. Черный – великолепный, углы обзора – идеальные, палитра – сочная. Все детские проблемы OLED ушли в прошлое, даже бендинг – вертикальные полосы на серой заливке – практически незаметен. Что по яркости? Все то же самое, до 700 нит на 10% области экрана, с учетом идеального контраста любой HDR отрисуется на ура. В этом году, кстати, в OLED моделях LG появилась поддержка Dolby Vision IQ. Это тот же динамический HDR формат, но подстраивающийся под условия освещения вашей комнаты при помощи сенсора. Полезно, а то иногда на Netflix Dolby Vision по умолчанию смотрелся темновато, приходилось крутить яркость. Смарт-функции представлены очередной итерацией очень удобной и красивой операционки WebOS. Но кроме появившейся приложухи Apple TV и переработанной визуально панели управления устройствами, я не увидела в ней особых изменений, кроме одного, и оно вам не понравится. Из телеков 2020 года пропала поддержка звуковых дорожек DTS во встроенном плеере. Press F to pay respects, как говорится. Сначала одни корейцы, теперь другие. В итоге, по сути, DTS остался только у конкурентов на Android TV. И то, чаще всего за счет сторонних плееров. Я уже предвижу праведный гнев в комментах, но будем откровенны. Есть два случая, когда на ваш телек может попасть дорожка в DTS. Первый. У вас Blu-ray плеер и вы смотрите лицензионные диски. Тут вы всегда сможете дорожку декодировать в проигрывателе. Второе. Вы скачали совсем нелицензионный файл с инета? Ну, сорян, как говорится, вертитесь сами как хотите, пираты. Купите саундбар или внешний медиаплеер, и будет вам DTS счастье. Так что недостаток на самом деле не смертельный. Тем более, что вся индустрия топит за новые форматы в лице Dolby Atmos. Они и попрогрессивнее будут. Вообще, изначально OLED-телики позиционировались как максимально киношные. Но в последние годы LG сильно проапгрейдила их начинку с упором на геймеров, и сегодня новые OLED-ы вполне себе тянут название лучшего игрового дисплея. Посудите сами. Отклик самой матрицы лучший в классе, порядка 1 миллисекунды. Значение лага 12 миллисекунд на 60 Гц и около 6-7 миллисекунд на 120 Гц. Поддержка не то что многих, а тупо всех технологий синхронизации частоты кадров на рынке. Да, у многих конкурентов на классических LED-матрицах на бумаге будут похожие цифры и даже во многом сравнимое качество картинки при обычном просмотре. Но есть один нюанс. В игровом режиме, дабы лаг не улетал в небеса, на таких телеках приходится отключать почти все улучшайзеры, в том числе локальное управление яркостью, и изображение при этом сильно страдает. А LED же сам по себе, без обвесов и рюшечек, и показывает практически идеально, и игровой режим урон картинке наносит незначительный. Поэтому 48-дюймовый CX и легко назвать не просто классным телеком для кино, но и почти идеальным гейминг-дисплеем. Почему почти? Потому что если на консолях люди играют с дивана и там даже 65 дюймов будут смотреться отлично, то фанаты ПК обычно просиживают баталии за столом. И вот на столе 48 дюймов могут слишком уж доминировать. Тот редкий случай, когда хотелось бы чего-то помельче, а не побольше. Эй, LG, даешь 40-дюймовый OLED? Мне кажется, разлетались бы аж бегом. Впрочем, судя по тому, что продажи 48-дюймовой модели у нас на рынке начнутся только осенью, на них и так во всем мире выстроилась очередь. Радует то, что менее дефицитные дожились. 65-дюймовая CX в нашем магазине появится уже в этом месяце, а в следующем потянутся и диагонали 55 и 77 дюймов.
OLED этого года компании LG не разочаровал, поэтому выбираем диагональ, копим деньги, ждем новые консоли и мощные видеокарты и наслаждаемся супер картинкой. А еще не забываем ставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. С вами была Карина и вся команда канала Розетка. Целую вас и пока-пока.